святилище, кроме тварей. Сюда. А вот можно было к маны подобрать, зайдите на это. Какие-то тут штучки. Да тут уже мы отклонились что того. Ну нам бы до конца карты тут осталось там. Значит вообще есть конец карты. Так, а что ж нам? Непонятно что. И тогда мы сюда вдоль полетим. Укрытие разбойников. Сокровищница — это штаб разбойников. На гору сначала. Сюда, нет. Если улетим, то ну... кого-то там нанять можно было, там бы еще поразведывать. Ладно, нет, там и денег, и нам хорошо. И угроз никаких вообще. Сюда можно по дороге потом поехать. Наверное, бы мы сюда пошли. А надо отправиться и заколбасить тех, кого-то выбрать. Чародейка 50, а у них 5 еще есть. Волшебный кулак. Ну тоже. А, ну это не прокачка, это колдовство. Мы на 21 урона выбрали боевой единиц. Вот наш. Звездные клинки. Один раз защитная сфера 80 поле защиты. Надо прокачаться, чтобы хп можно было лечить. Огромный шоколад стоял, зачем это? Оно это на все поле, но так быть. Дорого сильно. Волшебство плюс 10. Ну, два волшебства. Молниеносная армия. Дорого. Плюс один к силе. Все боевицы в армии. Но все, кто умеет, так это... сестры бури. Клыни. Снимаю сейчас указано по единице, переносит их на этой. Можем на чужую перейти, мы сейчас сбагаем. Волшебство. Идеально нам прокачать 40 чародеев, то есть. Снимает все негативные и позитивные магические эффекты с указанной боевой линии. Но это не за чародейство. Похитить чары, развеять маги. Близость к магии — это плюс один сила духа. Защита от сука.
все равно, если мы сейчас прокачаем, например, вот этот ход. Волшебство. Ну, ничего не даст. Но если мы получим опыт, то да. Будет 40. Уж еще 5 добавится. Я с ним прокачаем чары разъедение. Можно дать хп, например, какой-то. Плюс 5 к жизни. Ну выход на 60, потому что рейна. Ну как вроде бы. Снимает берсерк. А вот. Эти 6 стоят. Суммарно. Ну да, лучше прокачать у нас будет еще пара звездных кингов. Бонус. Ну, прокачивать. Ну, против бардов выгоднее поменять было вот эти развеять магию. Или похитить чары. Вот тогда придется не бой или там еще один-два боя. Это прокачки. Полное вести. А еще 3 боя. А похитить чар только с барда не сейчас покажу. То есть до того момента. Чтобы пригодиться. Очень далеко. Может. Ну, очень далеко можно. Какого бы больше колдовать больше нет. Но если не лезть в эти в гробницы. Шипу. Накачаем это волшебство. Не, по крайней мере, чтобы понятно все. И туда отправляемся на бой. Но со мной задерживают только присоединение города. То есть в некотором роде было проще уже завоевать. Но город дает раз нам дал армию, два еще сейчас дам стрелку. Так вы за них вот платить приходите. Так у них свой там бюджет местно. Сотрудничество с муниципалитетом. Ну, дворец с муниципалитетом сотрудничает. Ну, я не с вами. Так, а ты? Мы шокаемся на этом. 10 заклинаний. Подождать. А, и мы взяли себе последний рубеж. Штуч. 14 и берсерк 10. 24. У нас не 25. Сейчас. Денег хватит надо на оборону.